Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Только 7 декабря в Печоре травматолог-ортопед из Сыктывкара. Успейте записаться. Если у вас боль в спине и суставах, сколиоз или плоскостопие, травма, готовитесь к операции или необходима внутрисуставная инъекция, количество мест ограничено. Записывайтесь по телефону 30350. Только до 30 ноября по многочисленным просьбам жителей в торговом центре «Радуга» по улице Советская, 36, грандиозная ярмарка шуб от российских производителей. Огромный выбор – более 50 моделей шуб «Норка», «Мутон», «Бобр», «Дубленки», «Шапки», «Пуховики». Кредит, рассрочка от 3 месяцев до 3 лет. Низкие цены. Акция «Принеси старую шубу или дубленку и получи скидку на новую» вас ждут с 10 до 19 часов. Далее информация о погоде. Оставайтесь с нами. Партнер программы «Прогноз погоды» – магазин «Гермес». Только в ноябре в магазине «Гермес» скидки на верхнюю одежду и обувь до 20%. Большой выбор пуховиков, курток, пальто, дубленок с 40 до 66 размера. Женские сапожки, мужские ботинки, а также праздничные платья, приталенные мужские рубашки. Магазин «Гермес» – стильный образ по доступной цене. По сообщениям синоптиков, завтра, 28 ноября, в Печоре будет облачная с прояснением погода. Временами небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха сегодня ночью и завтра днем будет минус 17-19 градусов. На дорогах снежный накат. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и страничка ВКонтакте. Заходите, мы всегда онлайн. Вы смотрели прогноз погоды. В студии была Екатерина Остапьев. Всего доброго. До свидания.